киноцентре имени Щепкина прошел очередной этап областного фестиваля «Студенческая весна» Соловьиного края. «Мир на ладони» – эта композиция стала началом отношений Алины Тритузовой и ее будущего мужа. Она покорила его песней, а вот покорить членов жюри ей часто мешает волнение. Выходишь, стараешься спеть лучше, сыграть лучше, пальцы в струнах не запутались. В струнах самоучка Алина все же не путается, ведь изгиб гитары желтой она обнимает постоянно. Ее носишь везде с собой, где хочешь, она нравится почти всем людям. Ты кому не поешь, всем нравится. А этому гитарному дуэту приходится справляться не только с волнением. Елене и Максиму репетировать мешает слабое зрение, но выручает отличная память. По системе Брайля гораздо сложнее, чем вот так, да, просто глазами. Но мы учим тексты наизусть, допустим, играем. Философское рассуждение в гитарном сопровождении. Песню «Первым было» написал Максим. Первым было дело, вера в недел мертва. Члены жюри выставляют оценки, ориентируясь на многие критерии, но выделяют главное. В авторской песне важен и текст, в первую очередь, если брать истоки возникновения авторской песни. Все-таки они начинались с текстов. Манера подачи играет тоже очень важную роль. Фестиваль «Студенческие струны» как младший брат «Соловьиной трели». Здесь особая атмосфера. Общего только антураж. То есть, действительно, гитара. Настроение такое творческое. Проба струны или смелая авторская песня. Победа не важна. Главное – сам процесс. Юлия Комкина, Максим Леонов, телеканал «7».